блядь, неудобно нихуя. А тебе не будет мешать все так? А ты его спереди положь или сядь на него, мягче будет. Тихо, 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 ты мне это. Путалось что-то. А? Попробуй, я все-таки со дна. Я не знаю, как это за дно. До дна здесь всякая глубина. Сиитовское озеро, зловещие щуки 2. Славика сегодня нет, есть Антон. Тут сразу, блядь. Что, снимаешь? Ну. По идее, это вообще третий фильм должен был быть. Но, ребята, я тот раз не снимал. Вот этот куст, нахуй, когда освободиться будет, заебись. Кто-то пакет нахуй оставил. Да пакет кто-то оставил. Он на дереве висит. Да ёпта. Чё там? Блять, ну здесь щука всяко должна быть, это такое место вообще, прямо охуенное. Да. Глубоко? Маленько. У меня ёбнула она была. Угу. Чё, сачок брать? Да, давай, нет. Сачок. А, хуй? Нет? Окунь. А, окунь. Тащи, тащи. У меня он ёбнул, я сперва не понял даже, что за хуйня. Там он, подожди, подожди. Нормальный окунёк. Взвешивать будешь? Да. Честно. А, у меня... рядом. Ну-ка, давай-ка. Ёбс, блесна ушла. Ёбаный насос. Пиздец. Оторвалась, прикинь. Ёбаный. Да это хуйня. Хуйня это все. Есть. Должна была она у меня улететь скоро. Я знаю из-за чего. Короче, у меня вот эти вот колечки пропускные. А, резинки стекли. Ага. Ты, видимо, перетер, когда где-то зацепился, потому что так бы она у тебя вся леска зацепится, по идее. Ну. Ты думаешь, сколько? Я думаю, 250, 270. 180. Хуй, да? Угу. У тебя, наверное, кантер неправильный. Ну-ка, стой, подожди, сейчас я свой достану. Сейчас стой. Так, сейчас подожди. Подожди, подожди. Где у меня он? А? Ну-ка, стой, дай-ка. 80.
180. 165 сначала, 180, 165 тоже. Нет, 185 так и есть. Но он меня тюкнул, блядь. Я слышал. Но он не один туда получается. Нет, это он к тебе и ушел. Мы же параллельно рядом тянули это все дело. Мы же все рядом тащили. И она это... У меня была 14-граммовая блесна, это сейчас ушла. А я аналогичную купил, но она 16 сейчас. Понял. 16 грамм, нахуй. Ну, тогда я сейчас другое поставлю немножко. Че? Чисто есть на окуне. Прям вот чисто на окуне. Я хуй знаю, что тест не тот, но попробую. Подкидаешь. Не, не буду ее пробовать, другую попробую. Тоже она окуняется. Балки у нас что-то такое. Да он тут стоит внизу. Ты со дна опять? Да, что тебе сказать? Да нет, наверное. Я чуть-чуть поменьше сделаю глубину. Такая, по-моему, все. Крючок здоровый, блядь. Клюет нахуй. Клюет? Ну. Здоровый крючок сильно. Да ты этот, туда сделай на кончик червяка, а то не будет вот сейчас сменять его. Сейчас попробую подсечь. Я думаю, ротан какой-нибудь возьмет большим ротом. Самый голодный чебачок. Тут ротан. Нет, я имею в виду рот. Рот-то есть у кого-нибудь большой. Всяко подойдет. Всяко дюбнет сейчас. У тебя мормышки нет с собой? С собой нет. У меня есть только тройнички. Так, ладно, перевяжу крючок. Нет, ты сука его не встречаешь. Чё так? Что, не ветер? А? Что, не ветер? Не, она, кстати, ночью снимает меня. Поместье убираешь через этот... Не, этот... Sony Vegas 12. Я там обрабатываю, делаю, поместье убираю, начинаю нормально. Ну, я как-то раз пацанчику дрифт снимал там ночью. Попробовал, сказал, ни разу не снимал как-то раз. Или плохо было, что там, кстати, есть видео. Давно, правда, видео было, но все равно.
Ну это бывает неудачно получится, знаешь, формат подобрать. В интернете хуёво, не так себе даётся. А надо так заебись, блядь, делаешь. Вот ты, знаешь, я обычно через Вегас, например, смотри, видос я ты снял, например, да, сколько уже, ну, блядь, 5 минут видео снял, да? Сколько оно у тебя весит, камера? Гигов 12, да? А, в самой камере? Ну да, ну не 12, ну, нет, блядь. Дохуя весит, например. Ну, допустим, у меня там несколько минут, 3 минуты он, допустим. 2 гига у меня весит. Ну, примерно и у меня также. Смотря какой формат еще включен. Как он заливаешь? Сохраняешь же для интернета. В смысле? Да. Качество я составляю. Я его не обрабатываю, не сжимаю его. О, хотел, да? Да. Хотел. Ёб твою мать. Что там за пиздрон, блядь? Сломал? Угу. Я чё, ушёл? Да. А как он так? А, он чё, у меня на этой хуйне упал? На сиденье? Да. Охуеть, я думал, в лодку упал, пидорас ёбаный. А? Слушай, он вообще какой-то каскадёр. Он, по-моему, брезинку это. Я думал, он на дно у меня упал, я даже и смотреть. Вот так вот. Но он сзади через транец вылетел. Тащится под ног просто. Это не видишь. А ты говоришь, плетенка, хуетенка. Это рыба дурная. Карасик он не любит. Такой вот эти вот любит. Блять, даже грузило боится. Я тоже самого первого карася поймал. Грамм на 200, на 250.